Технические характеристики этот аппарат имеет следующие. Четырехъядерный процессор PX3 1.6, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт внутренней памяти. Размер экрана здесь 9 дюймов, и всем этим добром управляет Android 7.1. Если пройти по менюшкам, то мы увидим следующее. Фирменная оболочка Phantom выглядит следующим образом. Если перейдем в меню, то увидим следующее. Видеорегистратор. Напоминаю, что все видеорегистраторы, которые китайцы прописывают программы, именно работают через USB. И работают в режиме веб-камеры. Дальше стандартные приложения для любого Android — это галерея, голосовой поиск, загрузки, календарь, калькулятор и тому подобное. Кнопки. С помощью этой программы мы настраиваем клавиши управления на рулевом колесе. Музыка. Переходим в режим флешки. Музыка A2DP позволяет нам прослушивать музыку через телефон при подключенном Bluetooth. Навигатор. Здесь у нас установлен уже Яндекс.Навигатор. И как основная программа навигации здесь установлен Navitel. Настройки, погода, проводник. На этом не стоит заострять внимание, так как это все стандартное. Также здесь есть 9-полосный аквалайзер. Дальше есть программа Easy Connect. Работает она следующим образом. Напоминаю, что на телефоне должна быть обязательно включена отладка по USB. Без этого программа не запустится. Автоматически у нас запускается приложение. Мы можем из него выйти и пользоваться своим рабочим столом, запускать все те приложения, которые нам удобны. Выходим отсюда. Хотелось бы напомнить, что в этом головном устройстве 2 гигабайта оперативной памяти, что позволяет держать нам в трее в быстром доступе несколько программ тяжелых, таких как и Яндекс.Навигатор, и Navitel. Плюс к этому у нас еще работает приемник Wi-Fi, с телефона раздает, подключен по Bluetooth телефон, и все это происходит без всяких либо задержек. Вот примерно так работает у нас громкая связь. Если бы я перевел записную книжку в головное устройство, у нас бы полностью отображались все контакты, и мы бы знали, кто нам сейчас звонит. А сейчас, прошу прощения, должен ответить. Алло? Совсем забыл сказать, у нас есть видео, и мы можем запускать абсолютно любое видео с любого носителя. Это головное устройство поддерживает переносные винты объемом до 1 терабайта. Но не забывайте, что все они должны быть форматированы в FAT32. Если они будут в интерфейсе, то Android их просто не увидит. В этом головном устройстве очень много входов и выходов аудио-видеосигналов, один из которых используется для входа камеры заднего вида. Включаем заднюю передачу. И вуаля! Без задержек включается камера заднего вида и видим изображение с нее.